карты этой внутренней территории составлялись, уточнялись тоже на протяжении тысячелетий, начиная с древних шаманов, которые говорили о том, что мир духов – это и есть указание на внутренний мир. Мир духов состоит из нижнего мира, мира предков, мира животных сил, мира среднего, где обитают известные нам существа, и высшего мира, верхнего, мира богов, мира целителей, высших существ. И эти карты составлялись в каждой духовной традиции. Фантастически подробную картографию подарил нам ранний буддизм Абхидхарма. Это древнейшая карта внутреннего мира вместе с картой внешнего мира. То есть там, если приблизительно выражать языком европейским, и психология, и космология присутствует. А в тантрическом буддизме была дана карта с акцентом на энергию и трансформации энергии. То есть в тантре особое внимание уделялось энергии, поэтому именно в тантре йога достигла своего высшего уровня, потому что практика йоги – это практика объединения внешнего и внутреннего мира, в этом суть йоги. Мы должны это понимать, занимаемся ли мы хатха-йогой, занимаемся ли мы аштанга-виньясой, кундалини-йогой. Суть йоги состоит в том, чтобы стать единым, объединить внешний и внутренний мир. И разные школы йоги отличаются методами объединения и тем, с какими уровнями энергии они работают, то есть на что они обращают внимание. Ну, скажем, йога-дыхание, пранаяма, первое занятие, которое у нас было вчера, такой фрагментик там получасовой, она делает акцент на работу с дыханием. Дыхание – это проявление энергии нашей жизненной, точно так же, как и голос. Мы могли бы работать не с дыханием, а со звуком, как это делает Сильвия Накаш. И Сильвия Накаш, которая была у нас на 17-м Всемирном трансперсональном конгрессе, блестяще за два дня постконгрессионного семинара показала и научила участников, 70 человек, как работать со звуком, как работать с голосом, как использовать голос для того, чтобы объединяться со своей собственной энергией. Ты проявил эту энергию, ты с ней объединяешься. И другие формы йоги, скажем, объединяются с тонкой энергией, которая имеет свои маршруты в нашем физическом и энергетическом теле. И существуют главные каналы, центральный канал, боковые каналы, лунный и солнечный. И существуют особого рода узлы или маршрутизаторы энергии, которые называются чакрами. Да, то есть вот, которые управляют, через которые мы входим вниманием, запускаем их активность специальными биджа-мантрами и звуками, то есть визуализациями совместно с особым рода произношениями, и управляем энергией через это. То есть когда мы умеем опознавать энергию через практику йоги, можем управлять ей через звук вместе с визуализацией, мы можем управлять всеми функциями нашего организма. То есть тело в той части, в которой оно является принадлежащий внешнему миру, материальному миру, оно подчиняется законам физики, законам биологии, законам математики, законам, связанным там, с движением электрического тока. И существуют модели нейронных сетей, физиологии нервной системы и, скажем, головного мозга, где используются электрические модели, да? Вот, так сказать, вот электрический ток распространяется в мозгу, синапсы передают электрический сигнал, и возникает там всевозможного рода переживания. Вот существует множество других моделей. И, по сути дела, каждая духовная традиция – это карта, та или иная карта внутреннего пространства прежде всего. И человек, вступивший на путь самосовершенствования, познает эту карту с помощью наставника, гида, проводника, которым является учитель, конечно. То есть ему показывают, что в этом внутреннем мире соответствует конкретно его переживанию и его опыту. И через практики, по сути дела, происходит соотнесение внутренних переживаний с существующей картой, открытой в этой традиции. И эксперты, учителя показывают, как человек может передвигаться во внутреннем пространстве, постигать работу с энергией, постигать новые уровни и, в конце концов, там, достигать цели этой духовной традиции. И в великих религиях это всегда освобождение, то есть полное понимание истинной природы реальности, открытие сущности внутреннего мира.
Открытие его бесконечности. Когда происходит открытие этой бесконечности, человек всегда живет в этой бесконечности, это называется, как правило, реализация или просветление. Вот каковы многочисленные карты, которые составлены, как бы, их общие характеристики в духовных традициях. Если посмотреть светские, философские традиции, то литературные традиции, то большинство из них тоже является ничем иным, как картографиями внутреннего пространства. Все великие романы, сказки, повествования, там, «Алиса в стране чудес» — это карта внутреннего путешествия. И существует, ну, абсолютное соответствие между всеми частями Алисы и типичным шаманским путешествием. Но вход в Нижний мир всегда совершается через какую-то нору. И Алиса, следуя за белым кроликом, оказывается там в каком-то подземном мире. Куда она могла провалиться по кроличьим льву? В некий подземный мир. То есть мир фантазии, мир воображения, внутренний мир, другими словами. И, по сути дела, исследованию внешнего мира посвящены все великие фильмы. Возьмите вы фильм «Матрица». О чем «Матрица»? О карте нашего внутреннего мира, о том, как устроено, который подобен матрице. С чего начинается фильм, если вы помните, да? С того, что нейро начинает где-то вот подступать к предощущению открытия, да? И, то есть он подходит к самому порогу, он начинает сомневаться в том, что мир, в котором он живет, это истинная реальность. И на его экране возникает там «Следуй за белым кроликом», да, помните? Ну, он приходит в бар «Белый кролик», там, встречает там Тринити и так далее. То есть вот начинается, Тринити предупреждает его о том, что скоро случится, и о том, что Морфеус ждет его. И помните, когда вот случилась первая встреча с Морфеусом, то Морфеус предлагает выбор, да? Примешь красную таблетку и узнаешь, насколько глубока, и реальность никогда не будет прежней, то есть путь необратим, и узнаешь, насколько глубока кроличья нора. Аллюзия, опять-таки, с «Алисой в стране чудес». И дальше весь фильм разворачивается тоже как картография самопознания, картография внутреннего путешествия, то есть нейро в этой территории уже реального мира постигает, как это устроено, приобретает новые способности, тренируется вместе с Морфеусом. И затем в конце первой «Матрицы» мы видим, как он, помните, как она кончается, в машине, нейро, который уже там останавливает пули, там, справляется без проблем там, с агентами, который постиг истинную природу реальности. Он понял, что матрица – это иллюзия. И он управляет этой реальностью свободно. И он смотрит на программы, на людей, которые живут в этом мире, и не знает, что они иллюзия, да? Вот это желание как раз вот помочь освободиться. И дальше вторая, третья матрица – это различные стадии этого процесса, вплоть до там аннигиляции вместе с мистером Смитом в последней серии. Помните, да, вот последняя схватка черного-белого, устранение последней двойственности. То есть весь фильм – это карта внутреннего путешествия, которая может быть соотнесена с картографией Грова, с картографией духовных традиций. И одной из карт – является, ну, скажем, блестящая картография, которая была реконструирована мировым Мардашвили на основе анализа семитомника Пруста «В поисках утраченного времени», которая само по себе является летописью целой эпохи, летописью французского высшего света, то есть вот фантастическими детализациями. И Мирап открыл, как бы, вот эту, всю эту внутреннюю территорию, описал закономерности становления человека, воспитания человека, раскрытия человека, пробуждения человека. И книга, толстущая книга, там 600 страниц, называется «Психотопология пути». Психотопология, то есть психо – это внутреннее, психо – это внутреннее, да, внутренний мир. И топология – это топос, наука о территории, соответственно, да? То есть наука о внутренней территории. Вот какая получилась удивительная карта. Мы читаем роман, можем этого не заметить. Вот почему мы испытываем какие-то чувства? Что с нами происходит, когда мы смотрим фильм «Черный лебедь», например, да? Мы совершаем внутреннее путешествие. Мы отождествляемся с героиней, и мы проживаем вместе с нею
узловые моменты ее героического путешествия. Это резонирует с нашим опытом и с нашим героическим путешествием, которое мы совершаем, начиная с момента своего появления на свет. Поэтому это так цепляет нас. И, скажем, одна из великих тоже карт внутренних путешествий была впервые открыта Джозефом Кэмпбеллом. Он назвал ее «Путешествие героя». Джозеф Кэмпбелл, крупнейший мифолог 20 века, проанализировал всю мировую традицию, связанную со сказками, мифами, преданиями, и обнаружил, что, несмотря на многочисленные различия в разных мифологиях, шумерской, майянской, кельтской, славянской, немецкой, скандинавской, египетской и так далее, мировыми мифологиями, есть ядро общее во всех мифологиях. Он назвал это мономифом или мифом о путешествии героя. То есть в центре любой мифологии находится миф о герое. И он имеет одну и ту же структуру. Аналогичные вещи были открыты российским лингвистом Владимиром Яковлевичем Пропом, который изучал русскую сказку, написал книги «Исторические корни волшебной сказки», «Морфология сказки», «Волшебная сказка». Вот три главные работы, где он вскрыл и писал свыше 30 так называемых сказочных функций. С неизбежностью он описал полную структуру, которую мы можем найти в любой волшебной сказке всех народов, не только в русской. И в конкретных сказках там, ну, может, не 30 структур, там, которые он написал, а может, там 15 или 10 присутствует, но непременно присутствует. Популярную версию этого вы можете найти в такой прекрасной книжке Джани Родари, то известного сказочника, Чимполлино, мы помним его, которая называется «Грамматика фантазии». Это как бы самоучитель по творчеству и по искусству рассказывания истории. То есть он показывает, как мы можем пробудить в себе великого сказочника. Я помню, когда я прочитал в первый раз эту книжку, а ребенок был еще маленький, я сразу начал практиковать. То есть я каждый вечер плел ему сказки. Каждый вечер на протяжении там, многих лет. Там, придумал вместе с ним, там, создавал какие только миры, там, где только мы с ним не путешествовали. Там. И он тоже включился в это сочинение историй. Там, и, так сказать, такая была взаимоинтересное для нас обоих развлечений. Я уже не помню, но мы создали с ним невероятное количество фантастических миров всевозможных. Я, наверное, тоже перепел, перекомбинировал все сказки и истории, которые я впитал в себя за всю предшествующую там жизнь. И Джани Родари говорит, вы можете свободно комбинировать, там, Кощей Бессмертный может прилететь, там, на галактическом крейсере, там, Иван Дурачок может стать джедаем, там, с мечом, на этом, так сказать, и Баба Яга может на вертолете, там, самым современным, там, и так далее, то есть, все может приобретать совершенно разные черты, но есть глубинная структура, которая повторяется. И нам очень важно постигать карты внутренних территорий, потому что они о нас, потому что они о нашем внутреннем мире, потому что размерность и возможности внутреннего мира бесконечны. Любая карта относительна, но тем не менее, любая карта существует и имеет какое-то действие для нас. Одной из величайших картографий в психологии, картографии внутреннего пространства, была создана, конечно, Грофом. Вот его картография, которая включает не только биографическую область, которая развивалась до этого Фрейдом, его учениками, относящимися к биографии, да? То есть до Фрейда там мало кто знал, откуда что возникает, описки, оговорки, проблемы. Фрейд копнул, там, через сновидение показал, через бессознательное вел представление, через конфликты прошлого, и стало какие-то вещи понятнее. Появилась процедура работы с проблемами, которую назвали психоанализом, родилась психотерапия. Не только психиатрия, там, да, но психотерапия, то есть практика коррекции проблем. Гроф расширил эту картографию, добавив туда перинатальные вещи и указывая на важность травмы рождения в жизни каждого из нас. И трансперсональные, надличностные. Но что такое картография Грофа? Это карта нашего внутреннего пространства. Это то, где мы живем. Это мир, который направляет наше мышление. Это та почва, откуда возникает
наши мысли, побуждение к действию. И поэтому, конечно, очень полезно знать свою внутреннюю территорию и знать разные картографии, и те, которые открыты величайшими духовными традициями, индуизмом, буддизмом, каббалой, суфизмом, даосизмом и так далее. То есть каждый из них имеет свои карты, и каждая карта соотносится с нашим внутренним миром. Психологические картографии. Но самые популярные психологические картографии – это психологические типы, да? Юнга, например. И вообще типология там, это сангвиник, там, холерик, там, помните, да? И многочисленные другие типологии в разных традициях. Или типология родитель, взрослый ребенок Эрика Берне и, соответственно, все многообразие игр, в которые играют люди. О чем это? Это тоже картография внутреннего пространства. Если мы понимаем, что главное дело, которым занимается психология, это не построение науки, а картирование внутреннего пространства. И если мы понимаем, что существует возможность бесконечного количества карт, это дает нам очень важные ключи. Это одновременно освобождает нас от того, чтобы зависать и залипать на приверженности какой-то одной школе и картографии. И дает нам одновременно свободу творить самим. И очень важные ключи к пониманию того, о чем же все это, о чем философия, о чем психология, о чем духовные традиции, о чем искусство. Потому что то, что мы называем искусством, это же тоже способы лоцирования, познания, картирования внутреннего мира и рассказывания истории о путешествиях в глубину. То есть все произведения искусства могут быть рассмотрены из этой точки зрения, как поиск за глубиной, поиск за знанием. И проявление этого в виде фильма, истории, рассказа, балета и так далее, скульптуры, серии выставок, потому что искусство в наше время стало серийным уже, да? Недостаточно рисовать одну картину, недостаточно сделать серию картин, нужно, чтобы это была серия выставок, инсталляций. Вот тогда в современном очень плотном и конкурентном мире искусство тебя заметит, да? Потому что пробиться очень сложно талантливым людям. Вот мы вчера, собственно говоря, более подробно прошлись на одной из возможных картографий, которая использует метафору театра, потому что проходя происходящее в нас, то есть мир наших переживаний, может быть также уподоблен и, соответственно, картирован, используя такое человеческое изобретение, как театр, да, в которое на протяжении тысячелетий с древнегреческих времен, если брать историю Европы, с древнеиндийских, если брать историю Азии, потому что театр Калидаса, например, основанный на буддийских идеях о пути, ему тоже больше тысячи лет. Там, да? И он использует там фундаментальное прозрение и открытие буддизма. Если вы посмотрите, скажем, пьесу Калидаса «Радость мира», вы увидите, что там законы организации сценического пространства удивительны, и они подчиняются закону буддийской алхимии и трансформации страстей в мудрость. То есть в этом состояла, скажем, цель... О, классно как! В этом стояла цель индийского театра буддийского Калидаса. Идет фильм «В области тьмы». Вот рекомендую посмотреть. Для себя отметил, что там главный герой принимает период отчаяния, там некую таблетку, и у него открываются сверхспособности. Ну, как там авторы фильма говорят, что он начинает использовать там около 80% возможностей своего мозга. Вместо 5, как все. Да, и, в общем, я, смотря эту картину, естественно, все ассоциировал с собой, со своими переживаниями и опытами, которые были и во время холотропа, и в других там каких-то жизненных ситуациях. И вот сейчас вы говорили о картографии, о том, что эти карты в различных есть религиях, сказках и там, да, во многих учениях ведущих там психологов и философов. И вот этот герой очень здорово собирал как раз фрагменты этих карт с разных направлений. И вот по себе помню, что когда пребываешь в измененных состояниях сознания, то как раз на помощь, и ты теряешься в ориентации пространства, то на помощь приходят как раз вот эти вот отрывки из какой-то там детской сказки. Бац, и ты опа, вот как это решается. Да?
или из какой-то книжки. И вот это здорово показано в этом фильме, так что рекомендую, посмотрите. Да, я читал рецензию, обязательно посмотрю, обязательно. Конечно, есть очень полезные картографии, скажем, я думаю, что многие знакомы с картографией Кастанеды, да, по Дону Хуану, 11 томам и используют. Но, скажем, в мире трансперсональной психологии еще очень важная картография сделана Роджером Уолшем. У него есть книжка «Основание духовности», где он исследовал коренные духовные практики, общие для всех духовных традиций. Мне очень нравится картография Арни Минделла. Я просто без ума от восторга, от его последних книг. Я сам много лет развиваю, скажем, картографию, связанную с языками глубины, языками переживаний, 5 фундаментальных языков внутреннего мира. И ну, многое сделал вот для развития картографии Кэмпбелла. То есть наряду с мифическим путешествием я ввел еще экзистенциальное и трансперсональное путешествие, описал их особенности. Вот картография магического театра, который мы начали обсуждать вчера, это особая картография. Потому что театр – это сгущение жизни прежде всего. Театр – это как хороший спектакль, как и хороший фильм, это то, что должно вызывать изумление. Мы должны быть поражены. Если этого не происходит, то ну, нечего смотреть и незачем смотреть. Правильно? То есть это должна быть какая-то экзотика, там, поэтому так популярны фильмы а-ля «Кинг-Конг», там, да, Питера Джексона. То есть мы попадаем в совершенно фантастический мир. Вот почему все равно взрослые любят мультфильмы. Да? И известный очень кинорежиссер французский, помните, который снял лучший фильм свой, наверное, «Пятый элемент», я думаю, там, где полностью раскрылась вся его фантазия. Я недавно пересмотрел уже режиссерскую версию там, в Blu-ray качестве. Снова в восторге был от многих моментов, от режиссуры, от креативности, от игры. И он затем снял 3 серии про Артура и Минипутов. Да? Путешествие в мир маленького народца. Вот этот кельтский мир. Приключения. То есть и, как мы знаем, со времен своего возникновения мультипликация – это способ путешествия в иной мир, мир фантазии, в мир животных. Да? То есть мультипликация – это, по сути, вот повозка, которая приводит нас в те миры, в которых мы вот так вот не можем существовать и не можем зайти. Или такие креативные фильмы, как «Микрокосмос и птицы», да, снятые вот командой французов, которые жили с птицами, летали, изобрели там специальные способы съемок, и для того, чтобы посмотреть на птиц глазами птиц, да, вместе с ними пролетать и изучить те моменты, которые обычно невидимы. И фильм «Микрокосмос», да, там о жизни букашек. То есть в детстве, помните, как мы там разглядывали и были гораздо ближе к этому миру? Мельчайших мы видели вот маленькие соринки на полу, которые взрослые не видят, потому что взрослые вот на какой высоте смотрят на все, и их интерес совсем в другом. А дети могли это воспринимать. И вот нам возвращается эта способность с помощью этих фильмов. И поэтому театр – это тоже возвращение нам в концентрированном виде того, что нужно нам. А если пьеса поражает и цепляет нас, это то, что созвучно нам. Но как бы важность театра состоит не только в этом, это как бы внешняя сторона театра. Суть театра состоит в том, что наша внутренняя жизнь организована по закону театра. И я вчера выделял те 4 театра, сцены которых действуют во внутреннем мире каждого из нас, и постоянно происходят спектакли. Постоянно на этих сценах и в этих декорациях мы снимаем фильм под названием «Моя жизнь», и 4 фундаментальных спектакля, которые я упоминал, это спектакль «Театр Фрейда», да, то есть театр биографический, и театр психодрамы, то есть последователь Фрейда. Следующий театр – это театр Джозефа Кэмпбелла, то есть театр мифический. Театр, скажем, Джона Фаулза, «Мегус», то есть там тоже вот в этих координатах разворачивается большая часть романа. И очень многое из латиноамериканского романа происходит в этом мире мифов, преданий, в
Недаром поэтому используется в литературной критике название «мифологический роман». Еще более глубокий уровень магического театра – это театр Юнга, или алхимический театр, или магический театр, потому что театр Юнга блестяще описал в своем романе «Степной волк» Герман Гессе, и финальная сцена магический театр отражает также в концентрированном виде то, через что прошел сам Гессе, будучи пациентом Юнга на протяжении более чем 2 лет. А попал он туда, находясь в состоянии очень глубокого духовного кризиса. И этот кризис описан как кризис Гарри Галлера в романе «Степной волк». И мы вчера разобрали некоторые ключевые сцены магического театра и мельком посмотрели несколько сцен из фильма «Степной волк», который я рекомендую для домашнего самостоятельного внимательного просмотра в обстановке, когда ничего не мешает, и когда вы сможете полностью отдаться фильму. Ну, там есть небольшой дефект, конечно, связанный с музыкальной составляющей. Вот если бы можно было как-то вот вырезать музыку, которая там есть, она несколько навязчиво получается, и она несколько огрубляет, как мне кажется, игру актеров и фильм, создавая какой-то вот такой вот такой леймотив повторяющий и отвлекая внимание. И, может быть, даже как-то вот можно вырезать музыку и наложить там, я не знаю, там, как, что нужно сделать, чтобы там как-то вот препарировать так фильм, чтобы музыка не мешала смотреть, потому что там прекрасная игра и много изобретательности в показе достаточно скупыми средствами устройства внутреннего мира. Когда я смотрю фильмы, я всегда обращаю внимание на то, какие приемы использует режиссер, будь то это документальный фильм, мультипликационный фильм, будь то игровой фильм, неважно, мне не абсолютно в этом смысле неважно жанр. Я смотрю находки, которые есть у режиссера для изображение внутренних ландшафтов, внутреннего мира, ключевых точек перехода, ключевых сцен, связанных с прозрением, обращением, трансформацией чего-то. То есть какой язык, какая стилистика, какие операторские приемы, на что обращается внимание, какие ракурсы, что выделяется и так далее. Вот. То есть как бы вот такой внутренний трансперсональный кинематограф выстраиваю, который... мне кажется, что в совокупности современные режиссеры, некоторые из них даже не являются по обычным табелям рангов великими режиссерами, но существует очень много интереснейших находок сейчас в современном кинематографе. Гроф просто мечтает, не знаю, получится у него или нет, мечтает использовать всю мощь Голливуда, у нас на эту тему были с ним разговоры, для того, чтобы выразить всю безбрежную картографию внутреннего мира. И вот даже вот его роман «Зов Ягуара», у него есть фантастический роман, он на сайте у нас выложен, и он был опубликован в бумажном виде. Это роман о внутреннем путешествии прежде всего. Он мечтал, чтобы его друг Оливер Стоун снял этот роман. Ну, вы знаете, известный очень режиссер. Но Голливуд не дает денег просто на это. И потом было немножко обидно, когда некоторые сюжетные вещи были украдены. То есть, помните, вот последняя серия «Индиана Джонса» там, о хрустальном черепе. И «Хрустальный череп» — это тоже одна из сюжетных линий в романе «Зов Ягуара», как бы и совершенно в другом контексте вульгаризированы. То есть там, так сказать, вот как... Продолжен блокбастер, короче, но очень важные темы, которые у Грофа совершенно выпали из этого фильма. Ну и я помню, что и в России тоже что-то вот тема с «Хрустальным черепом» была в каком-то сериале, как бы вот отдельный сюжет, отдельные идеи вытаскиваются. Ну, кто-то прочитал роман «Зов Ягуара» и совершенно в другом контексте там использовал идеи, сюжеты. Вот, но идея использования современного кинематографа, мне кажется, очень актуальна, потому что возможности, как мы знаем, после «Аватара» Камероновского сейчас поистине безграничны, потому что можно реально строить миры. Это было впервые показано. И было настолько шокирующе, что не дали никаких главных «Оскаров» академики, да, за самый кассовый фильм вообще за всю историю кинематографа и самый, может быть, новаторский фильм. Таких новаторских фильмов в плане идеи, технологии, воплощения не так-то много вообще в истории кинематографа, когда совершенно новый киноязык,
когда показаны абсолютно открыты новые двери там, в мир 3D и вообще в построение совершенно новых миров. И вот так вот дали с бывшей супруге Камерона за, ну, такой неплохой, конечно, но коммерческий экзистенциальный фильм, там, да, там, так сказать, чистый оправдывающих заказ. Американцев, да. А? Чистый заказ Пентагона. Да, 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 то есть, так сказать, такая грустная история, конечно. Ну, нет, фильм интересный, камера очень хорошо работает. Камера прекрасно работает. Вот это самое главное там, с камерой. А? Молодец, да. Я бы, так сказать, вот все-таки, ну, потенциал новаторства разный все-таки, конечно, мне кажется. Связанный вообще вот с совокупной креативностью, которая в одном фильме и в другом. Да. Ну ладно, там вы специалисты, там, поэтому спорить не буду. У меня свой трансперсональный взгляд, потому что я смотрю еще и с этой точки зрения. С точки зрения там, того, какое богатство внутреннего мира, та картография внутреннего пространства, которая развернута в том или ином произведении искусства. И с этой точки зрения для меня, там, например, конечно, потенциал новаторства «Аватара» неизмеримо выше, чем «Повелитель Бур». Колонизации разных там стран, народов. Ну, много чего, да, да, конечно, да. Здесь собраны и многие там нью-эйджевские мифы и так далее. Но, с другой стороны, там мы не будем здесь на эту тему перепираться, потому что можно перепираться бесконечно. Вот вкратце, что мы обсудили вчера, то есть вот такое вот уподобление. Да, и четвертый театр, это театр трансперсональный или театр Грофа, да? Если, условно говоря, главный режиссер театра Фрейда, ну, это как бы, ну, условно говоря, Станиславский, да, то есть человек, который, так сказать, правду жизни передает. Ну, можно назвать еще любого другого такого хорошего, крепкого режиссера-новатора. Главный режиссер театра Юнга, алхимического театра, это, наверное, Гермес Трисмегистр, мы могли бы назвать, вот великого алхимика, легендарного, который написал «Изумрудную скрижаль». Главный режиссер театра Грофа, это мог быть, например, какой-то великий мастер духовной традиции, там, типа Падмасамбхавы, владеющий там, искусством снятия чар. Там. Ну и главный режиссер театра Джозефа Кэмпбелла мог, например, быть там, ну, не знаю, там, ну, скажем, Джон Фаулс, там, например, который создал там прекрасный роман по-английски «Мегус», по-русски «Волф», либо «Маг». Вот, и для нас важно использовать метафору театра, потому что происходящее в нас подобно театру, потому что наше восприятие подобно снятию кинофильма, потому что то, что мы видим, в очень глубоком смысле есть проекция. То есть это не просто в таком в невинном психоаналитическом смысле, когда кто-то нам кого-то напоминает, да вот вы напоминаете мне, ну, Фрейда, может быть, такого вот. И я что-то вот проецирую на человека там, да, и вот я не вижу вас реального, а мое отношение к Фрейду переходит в отношение к вам, например. Вот это невинный смысл слова «проекция», но... Трансперсональный подход, следуя духовным традициям, показал, что проекция тотальна. Все, что мы воспринимаем, есть не что иное, как проекция в домашнем кинотеатре сознания. Потому что мир, который мы воспринимаем, есть дубликат наших состояний. Мир и мы, воспринимающий мир, вместе рождается из глубины. То, что мы называем внешним миром, есть на самом деле наше восприятие внешнего мира. То, что мы называем внутренним миром, тоже есть наше восприятие внутреннего мира в свете тех картографий, которые нам доступны, в свете тех территорий, которые мы прошли. Это могут быть чисто психологические территории, это может быть сказочные территории, это может быть так называемый жизненный опыт, который нами прожит. Это может быть глубокое знание йоги духовных традиций, но это все карты внутренних территорий, которые стали моими. Но в еще более глубоком смысле это наше переживание внутреннего мира. Это не сам внутренний мир,
а наш опыт внутреннего мира. И поэтому все, что у нас есть, это переживание. Одну часть которого, один аспект мы называем внешним миром, а другую часть называем внутренним миром. Но и внешний, и внутренний мир в переживании – это продукт рождения с более глубокого уровня. То есть мир, как мы воспринимаем и себя в мире, имеет историю в восприятии, в его происхождении. Вот что открыла трансперсональная психология. И поэтому мы можем относиться к происходящему как к спектаклю. В домашнем кинотеатре сознания, потому что у нас уже есть 3D-кино. Да, вот прямо сейчас 3D-фильм мы смотрим, правильно? И уже абсолютный звук с максимально возможным качеством, пока недостижимым ни в каком домашнем кинотеатре, ни в какой инсталляции. Уже есть совершенно записанный, абсолютно достоверный и реальный. И если подумать, вектор развития кинематографа, он где-то вот к этому идеалу всегда стремится. Мы же, если мы постигнем тайны творения этого мира, то есть как он рождается, как работает наше восприятие, как возникает этот мир вместе со всеми ограничениями, вместе со всеми проблемами, только тогда мы сможем реально работать с ограничениями, только тогда мы постигнем знаменитую тайну барона Мюнхгаузена, да, который с обычной точки зрения был великим вруном, да, рассказывал байки, небылицы, а с эзотерической глубинной точки зрения, на которую намекает, например, нам Терри Гиллиам в своем «Приключениях барона Мюнхгаузена», известным фильмом, первой части его знаменитой тетралогии, состоящий из приключений барона Мюнхгаузена, братьев Гримм, воображаемого доктора Парнаса и скоро выходящим Дон Кихоте, которая вся посвящена исследованию воображения и природы реальности. Что такое реальность, да? Это во всех трех фильмах присутствует. И вот те ключи, к которым начал подбираться и Терри Гиллиам, о том, что барон Мюнхгаузен намного более реален и правдив, чем люди, которые считают его вруном и фантазером. Барон Мюнхгаузен знал истинную природу реальности. Обычные люди живут в болоте восприятия, в трясине обыденности и не могут выйти оттуда, потому что уже поздно. Потому что все, что они узнают, лишь подтвердит то, что они уже знают. Это и есть характеристика трясины. Да? Выбраться отсюда невозможно. Барон Мюнхгаузен потому может вытащить себя из болота вместе с конем, что он знает истинную природу реальности и опирается на этом, потому что поэтому то, что для других людей сказки невозможно, для него истинная реальность. Для него нет ограничений, нет пределов. Вот какие интересные вещи. На какие интересные вещи намекает Терри Гиллиам. И если вы в этом ключе пересмотрите «Барона Мюнхгаузена», «Братьев Гримм» и «Воображариум доктора Парнасиуса», то вы увидите, что у Терри Гиллиама есть очень глубокая карта внутреннего территории, очень глубокие представления об антропологии, то есть о природе человека и человеческой ситуации, о возможностях человека, очень глубокое исследование природы воображения, искусства и возможностей человека. И поэтому мне очень интересна его интерпретация «Дон Кихота». Там тоже этот фильм постигает странная судьба, сложная судьба, насколько я знаю. Я иногда отслеживаю, что происходит, что снимается у некоторых своих любимых режиссеров. «Гринуэй» — это особая песня, что он делает там в своих проектах, и как он постигает реальность. И как он, его отношение к современному искусству и к современному кино там. Очень важно изучать театр, магический театр, потому что это мы, это наша жизнь, это наша картография. Вот почему важно изучать, как работает наше восприятие, потому что только тогда мы сможем сделаться настоящими режиссерами своего жизненного пути, фильма под названием «Моя жизнь», который мы снимаем. И не быть завязанным на ограничения, которые присущи кинематографической работе, когда всегда нужно идти на компромиссы. Да.
с техникой, с операторами, с бюджетом, с продюсерами, с принимающей компанией, там, со своим собственным бессилием, усталостью, с бездарными актерами, не способными выполнить задачи режиссера и так далее. Постоянные проблемы, ограничения. Но если мы заныриваем в самый глубокий слой, если мы понимаем, что нет большой разницы между жизнью и фильмом, что они все происходят из одного истока, что жизнь можно нарезать, и получится великолепный фильм, ну, как вот Расторгуев, наш общий друг, такой очень великий экзистенциальный режиссер из Ростова-на-Дону, недавно в фильме с Павлом Костодаровым «Я тебя люблю», да, называется фильм, там, вот, который сейчас гремит там, в 35 миллиметров, там, и говорят, попасть невозможно. А фильм снят просто, дали камеру воронежским парам, чтобы они сняли все, что хотят, о своей жизни, интимной, о любви там, и потом нарезали, и немножко ими руководили. Вот еще это снимите, вот это попробуйте снять в следующий раз там. И вот из этих видеонарезок получился фильм, который сейчас всех потрясает откровенностью, эпатажем, какой-то неведомой ранее для кинематографа глубиной, показом того, что сыграть невозможно, то есть вот самой жизнью, да? Вот о чем идет речь, и «Я тебя люблю». И ты смотрела, Маш, да? Да. Да? Да, конечно, смотрела. Действительно хороший. Да. У меня несколько версий его видела вообще. Несколько даже, как тебе удалось? Ну, у нас Разбежкина, она просто, ну, мой мастер. Кто у вас? Ну, Разбежкина, мой мастер. Разбежкина, Марина Разбежкина. Но она приглашала периодически вот на показы, которые они проводили до официального выхода. Да, да. Ну, очень-очень круто. Ну, принесешь посмотреть? А у меня нет, я на тебя посмотрела. На тренинг в мастерской. Ну, там, где вот эти ребята на театр мастерской ехали, куда? Да, и они там тоже. Да. А где эта мастерская находится? Она находится в театральной поездке. Да, между ЦУМом и... Ага. А, на Лубянке где-то, да? Ага. Вот, и наши путешествия, все сигалотропного дыхания, они тоже очень часто напоминают магический театр сознания. Да? Когда она, может быть несколько сцен, несколько театров одновременно, и проигрываются разные спектакли из нашей жизни, имеющих преобладающее экзистенциальное, преобладающее мифическое, преобладающее трансперсональное или духовное, и преобладающее биографическое содержание, наполнить стилистику. Вот так что теперь новички в большей степени в теме, и мы можем, завтра я продолжу еще немножко эту тему, будет больше времени, и расскажу вам об алхимическом театре Антониена Арто, опираясь как раз вот на одно из эссе Арто, которое было опубликовано в его известной книжке «Театр и его двойник», и мы с вами увидим еще более глубокие измерения того, что называется магическим театром сознания. А сейчас у нас вот небольшое время для того, чтобы напомнить вам, большинство из вас уже участвовало в сессиях голотропного дыхания. Кто не участвовал в моих сессиях, поднимите руки. Ну, есть еще некоторое количество, которое не участвовало, конечно. Но расскажу самое главное, что необходимо для работы в сессиях голотропного дыхания. То есть в перерывчике сейчас вы найдете себе партнеров и... О принципе подбора партнеров я и о чрезвычайной важности выбора правильного партнера я уже говорил вам. Так что вы все знаете. Вот, так что неважно, кого вы выберете, результат будет все равно замечательный. И мы дышим в парах. Один из вас будет дышать до обеда, другой после обеда. И, соответственно, кто-то из вас будет дышать, кто-то будет ассистировать. И потом поменяетесь в ролях. Главная задача дышащего или холонавта состоит в том, чтобы
танцевать свой внутренний танец Холонавта, с тем, чтобы отдаться переживаниям. И с технической стороны вам нужно будет поддерживать более глубокое и более частое дыхание на протяжении достаточно долгого времени, по крайней мере, там 35-40 минут, потому что если это делать меньше или если перерываться, то не запускаются психофизиологические процессы, связанные с необычными состояниями сознания. То есть вам не удастся выйти за границы привычного восприятия, за грани реальности привычной. Для того, чтобы войти в расширенный внутренний мир, для того, чтобы он расправился, развернулся, нужна дополнительная энергия. И пока мы живем преимущество, наше внимание направлено во внешний мир, через глаза, поскольку через зрительный канал мы получаем до 90% информации о том, что мы называем внешним миром, то мы не можем уделить достаточное внимание внутренней территории, внутреннему миру. И поэтому наше внутреннее путешествие не разворачивается, не расправляется, не присутствует в должной мере. Но если мы ляжем с закрытыми глазами, начнем дышать, а дыхание – это прежде всего энергия, потому что интенсивное дыхание ускоряет цикл зарядки энергетических станций клетки, митохондрий, цикл Крепса известный, и мы реально энергизируемся, у нас реально появляется свободная энергия для того, чтобы наполнить, расправить, развернуть наш внутренний мир со всеми его напряжениями, со всеми его проблемами, и это предстанет в виде переживаний, в виде различного рода ситуаций, биографических, мифологических, трансперсональных, экзистенциальных, и мы будем это заново проживать. И, может быть, даже более ярко, нежели эти ситуации, если они имели отношение к нашей жизни биографической, реально происходили, потому что в этом случае все наше внимание направлено на наш внутренний мир. И сам факт внимательного присутствия в нашем внутреннем психологическом театре способствует тому, что мы становимся содержанием своих переживаний. То есть мы с этим объединяемся. И если до момента разворачивания внутренней сцены сознания это присутствовало в нашей внутренней жизни только в форме блоков, проблем, симптомов, узелков на память, невнятицы, намеков, то когда это разворачивается, это становится способным присутствовать в нашей жизни уже в форме знания, в форме ресурсов, в форме контакта, в форме открытия новых возможностей. То есть совершенно в другом качестве. Это называется исцелением, это называется самопознанием, это называется работой над собой, это называется переходом на следующий уровень осознанности, существования, энергии и так далее. Вот почему, скажем, холотропное дыхание имеет столь много аспектов. То есть аспект терапевтический, психотерапевтический, аспект исцеления, аспект самопознания, аспект диагностики, аспект креативности, аспект очищения, аспект генеральной уборки организма. Там. То есть все это присутствует. И поскольку мы на самом деле не знаем себя и не являемся экспертами по своей внутренней территории, заранее заказывать тему работы сеанса холотропного дыхания – бессмысленно, потому что чаще всего, если мы это делаем, это будет либо ошибочно, либо находиться в диссонансе с реальной ситуацией. Понятно, да, потому что территория безбрежна, и чаще всего у нас присутствуют только некоторые мысли, фантазии или идеи в отношении того, кто мы есть, и в отношении, чаще всего такие узкие, то есть узкие означают эгоистические идеи, исходящие из нашего узкого опыта, опыта эго. И поэтому наиболее продуктивная стратегия, которую предлагает Гров для сессии холотропного дыхания, не строить никаких планов в отношении содержания путешествия, а подогревать только желание путешествия на максимальную глубину. И затем довериться самому переживанию, присутствовать в нем. То есть что будет, то и будет. Кё сэра сэра, да? Вот это вилби вилби. Поэтому в качестве своего рода гимна таких вот холотропных путешествий можно использовать песню Джона Леннона «Let it be». Да? «Let it be, let it be». А? Пол Маккартни, совершенно верно. Но исполняет Джон Леннон, по-моему, да? Пол Маккартни. Замечательно. Значит, я немножко ошибался. Да, да. Ну, «Let it be» в этом смысле более, так сказать, программно звучит. И
Значит, холонавт или дышащий лежит с закрытыми глазами, дышит интенсивно, пока интенсивная музыка, внутренний критерий, да, вот пока музыка интенсивная, вам желательно дышать интенсивно. Желательно без больших перерывов. Если вы забылись, отвлеклись, то ваш помощник, ситтер, мы называем его, сиделка, сидящий рядом, напомнит вам, например, мягко прикоснувшись к плечу, да, и вы вспомнили, зачем вы пришли, имеете опыт холотропного дыхания. Если вы остановитесь, то прекратится поток энергии, тогда, так сказать, не будет столь глубоких переживаний. Либо можно подышать над ухом. Посопеть над ухом и включится условный рефлекс. А, я же пришел сюда заниматься холотропным дыханием. И отвлекся. Переживания могут быть непростыми. Могут быть экстатическими, пугающими. В проработку могут войти очень глубокие, важные, сложные, тяжелые проблемы из жизни, из биографии, из общечеловеческие темы. И поэтому... нужна определенная мотивация, определенное такая вот мужество, и я бы сказал даже, что все, кто занимается холотропным дыханием, вот вы входите в сессию, вы даете, у вас есть обязательство не бежать из этого пространства, как бы тяжело ни было, и непременно довести все до конца, то есть пройти полностью сессию до конца. Перерыв уже 7, почти 8 лет с последней сессии. Я пробовал дома подышать. Я очень быстро достигаю таких вибраций. Прям с нескольких там глубоких вдохов, там минуты достаточно, что у меня запускается физика, похоже, там набрал за 8 лет. И включаются физически все эти процессы. Поддерживать дыхание дальше, это своего рода усилие какое-то. Позволить нужно вот этим процессам физически пройти и потом запускать заново дыхание? Или несмотря на эти процессы продолжать? Очень хорошо работает танец дыхания, то есть когда мы дыхание объединяем с движениями. То есть движение помогает найти канал выхода напряжения. Если мы дышим фиксированно, то напряжения могут нарастать, вызывать дискомфорт и препятствовать дыханию. Если мы намеренно начинаем двигаться головой, сперва плечами, ногами, танец лежа на спине, там, да, то находится канал снятия напряжения, и тогда нет препятствий для продолжения дыхания. Я рекомендую пробовать всегда это, когда особенно есть напряжения большие. И в любом случае, двигаясь телом, продолжать дышать. Совместное движение дыхания способствует быстрому прекращению как раз дискомфорта и напряжения. Вот, очень важно не дышать механически. Да, хотя я и говорю, дышать глубже и чаще, нужно дышать играючи, спонтанно, с наслаждением, до экстаза, пока вы не удивитесь тому, что происходит, как говорит Кристина Гроф. Да? Вот, это значит, что вы на правильном пути. И не нужно ничего контролировать, что происходит, нормально ли все. Все хорошо, мир необычен, к этому вы и стремились, для того, чтобы за этим опытом вы сюда и пришли. Для того, чтобы увидеть все в новом свете, свою жизнь, себя самого, для того, чтобы исследовать новые территории, на которые вы долгое время не обращали внимания или обращали искаженное, ограниченное внимание, то есть смотрели на нее только с точки зрения общепринятой реальности, проецировали на внутренний мир, мир внешний, мир матрицы, и жили в этих ограничениях, убежденные, что это все. И в конце концов это довело вас до состояния тупика, депрессии, безнадеги и клетки. Потому что если внутри точно так же, как вовне, то тогда идти уже некуда, да, и спасения нету. Значит, Бога нету, души нету, и... Все, тогда, значит, мы вообще только роботы механические. Поэтому реальное открытие того, каков наш внутренний мир и постижение его бесконечности, это само по себе является величайшим исцелением и освобождением. И уже это оправдывает наши усилия и страдания, которые неизбежны в любом процессе глубокой внутренней работы. Потому что никто не может пройти
За вас, вместо вас ваш путь. Никто, как поется, не даст вам избавления, да, в интернационале. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной герои рукой. Это четверостишье вполне может быть очень точным, сконденсированным описанием голотропного путешествия. Так оно и происходит. Никто вместо нас ничего не сделает. Если бы это было возможно, поверьте мне, тысячи просветленных учителей давным-давно спасли бы, освободили все человечество в силу их безмерного сострадания. Но только мы можем пройти сам свой путь. Такова психотопология, так устроено внутреннее пространство. Мы живем в своем мире, только мы можем раскрыть и освободить этот мир, сняв все чары и освободившись от всех пут, родившись из этой клетки, в которой мы живем. Вот поэтому в процессе холотропного дыхания вы можете проявляться, выражать себя и так далее. Ваши ситры и мы будем ассистировать, помогать вам для того, чтобы, так сказать, помочь вам. Если вам во время сессии дыхания нужно будет сходить в туалет, во время перерыва я не рекомендую пить много воды. Там полкружечки достаточно, потому что активность почек может усиливаться, и любой выход из зала – это, ну, некоторое отвлечение. Но если необходимо, в сопровождении ситра вы доходите до двери туалета и плавненько возвращаетесь назад, начиная, как продолжая с того места, на котором вы на время прервались. Когда вы заканчиваете сессию дыхания, а этот момент тоже ни с чем не перепутаешь, потому что, ну, как утром, когда вы просыпаетесь, вы знаете, что проснулись, да? В большинстве случаев, по крайней мере. И здесь тоже вы уже снова в общепринятой реальности. Я смотрю по оживлению, что далеко не все там, да, всегда знают, где они. Да. Ну, как правило, если кто не проснулся, мы поможем. Вот, перед тем, как выйти из зала, вы подзываете обязательно меня или Кристину, мы вас проверяем, и если все нормально, отпускаем, если нам кажется нет, предлагаем ну, некоторую работу, чтобы помочь вам быстренько войти в общепринятую реальность. Затем вы вместе с ситрой и голонавтой за столом рисуете картинки, мандалы мы это называем, из цикла «Рисунки детей». И после второго дыхания и рисунков мы снова собираемся в круге и рассказываем свои переживания. Вот такова основная работа. Будет играть музыка, такая магическая музыка, трансовая музыка, шаманская музыка, которая используется для поддержки работы в измененных состояниях сознания. Есть какие вопросы? А круг будет опускаться по вечерам? Один круг, да, много соседей. Да. Ну тогда, да. Есть вопрос, есть небольшой, чтобы не говорить в зале голос. Я присоединяюсь, да. Во время сессии, да. То есть могут быть крики, экстатические проявления, да, бормотание на непонятных языках. Но если вы говорите там, а что, я уже закончил на весь зал там, то. Или слушай, дай мне, принеси мне водички, пожалуйста, позови там Володю, то это может вывести всех других людей, потому что слова очень быстро возвращают нас в общепринятую реальность. И слышание слов там, да, мы можем. И для многих людей это может быть обломом, который еще находится достаточно глубоко и еще не является опытными навигаторами. Опытных навигаторов это не смутит, конечно, но начинающих навигаторов это может смутить. Мотор. Евгения, ну, тема воронки на рынке зацепила. Потому что сессия началась с того, что я реально попала в воронку. И она затягивала меня вообще с такой страшной силой, что я всеми фибрами души цеплялась за все, только туда не падать. Мне было очень страшно. Причем страх такой, не то, что там смерть или чего-то, просто страх неизвестности какой-то. И, ну, как у меня после нескольких мандалов так получилось, то есть, естественно, вот сама воронка. Вначале ты пыталась из воронки вырваться, да? Ужас, да. У меня прям, я чувствовала, что мне сейчас пальцы оторвутся, потому что я хотела, ну, не хотела, в общем. И край воронки был такой очень довольно-таки цепкий, то есть можно было зацепиться. Но та мощь, которая меня тянула туда, я уже поняла, что я не могу сопротивляться. И когда я в итоге, то есть я не видела само падение, то есть как я все-таки как-то на нее провалилась, потому что сразу резко, то есть темнота, и сразу резко раз.
То есть как будто другое что-то попало, облака, вообще такая милая картина. И что-то меня душило, то есть у меня на шее был ошейник. Ну, вот что-то металлическое, мне это очень сильно душило, и я стала на себя разглядывать. Ну, я почувствовала, что у меня здесь металл, что это ошейник, что я на цепи. И я понимаю, что я начинаю себя разглядывать, и я вижу, что, то есть, наверное, у меня доспехи. И я амазонка, женщина-амазонка, и у меня мечи. Причем мечи были такие встроенные, как бы вот не рука, да, а вот здесь вот эта часть руки, это рукоятка. И кисть была продолжением уже как лезвие. То есть, люди вот так. X. Как? Люди X. Ну да, что-то да. Ну, то есть, и вот так вот, значит, мечи, костер. Я начинаю оглядываться, что, то есть, где я, что, вот. Я смотрю, значит, мужчины. Вот, и я начинаю чувствовать, что они на меня смотрят. Не то, что именно на меня, а вообще как бы вот на женщин. То есть такое с презрением таким, с каким-то вот, что, ну, женщина, это вообще никто. Вот. Я вот чувствую, что вот у меня мысль была, надо его выжить любой ценой, надо его выжить. И, то есть я на цепи, они там хохот такой, ну, такая не очень приятная картина была. И я, значит, понимаю, что нужно что-то вот применить такое, что-то женское такое свое. И я начинаю танцевать танец соблазнения. С этими мечами, там такие движения, то есть я руками, и я уже понимаю, что я их, ну, то есть я убью. Соблазнение убью, да? Да, ну, я такой образ амазонки пришел. Да, вот так смогла, не сразу. И, то есть, естественно, там я танец вот этот такой красивый, то есть, причем я вычислила, что убить нужно одного-то мужчину, в принципе, то есть я их бессмысленно убивать, там вот именно этого одного самого главного. И когда это свершилось, то есть я его убила, и тут сразу, то есть так совпало, что вот это действие закончилось, и тут началась другая музыка, и меня прям так волной выкинуло, и, то есть, племя какое-то, и такие шары, огромные шары, то есть какая-то энергия солнца, и солнце я будто держу руками, и какой-то, то есть, танец, вот, посвященный этому солнцу, потом другой танец, и другой шар, уж такой голубой, вот на уровне вот, вот здесь вот, и он такого больших размеров, ну не голубой именно, а такой какой-то лунного такого цвета, бело-голубого такого вот, ну очень красиво. Потом как-то так вот этот тоже отрывок заканчивается, потом опять куда-то меня бросает, и значит я уже в образе женщины, но такой с золотыми волосами, белое одеяние, такое что-то бесформенное, то есть такое божество. И у этого божества, то есть вот тоже у меня как бы, то есть костер, и вокруг как бы люди, но это не просто люди, то есть это тоже какие-то вот посвященные. И они совершают какой-то ритуал посвящения ее, вот именно, чтобы она стала божеством. Но для того, чтобы стать божеством, то есть нужно прожить жизни, то есть узнать, что помогать людям, или как-то нужно прожить их жизнь, знать, чем они живут, люди. И как раз-таки вот этот ритуал заключается в том, что ей нужно прийти на землю, в тело человека, и, то есть, прожить жизнь и дойти вот до этого уровня вот, именно божественности. И потом только ее уже там посмотрят, будет ли она там богиня или нет. И вот этот процесс, то есть они, значит, там какие-то звуки, там песни. И, то есть, когда совершается вот этот уже ритуал, к завершению, как бы параллельное продолжение, уже земное племя на земле, это люди. Они, наоборот, над костром вызывают вот этот дух. То есть призывают дух, и рядом лежит тело, которое ждет прихода этого духа, то есть ну, оболочка, да, такая телесная. И над костром появляется такая сфера, золотистая. И вот эта вот женщина божественная, она, значит, уже понимает, где она. И постепенно, и так интересно, она вся, то есть бестелесная. То есть нету ни кожи, просто вот такое свечение. И происходит, по мере того, как люди совершают этот ритуал, там определенные звуки, ну, как-то вот там песни, какие-то танцы, лежит вот это тело, то есть не труп, ничего, просто вот оболочка. И вот из этого шара выделяется такая пуповина, и эта пуповина, она соединяется вот с этим телом. И по мере того, когда происходит вот это соединение, через эту пуповину идет вся информация Земли, земная информация о том, как живут люди, страдания, боль, радость, то есть все состояния человека, то есть вот чем люди живут. И по мере того, как вот эта информация к ней проникает,
она начинает обретать, то есть кожу, она постепенно вот становится интересной, да, обретает тело. И когда уже связь вот эта заканчивается, то есть ритуал заканчивается, и, скажем так, она переходит в это тело, она забывает о том, кто она. И так интересно, когда... То есть на этом все остановилось, и я как-то вот дышу, но ничего не приходит, и потом я вижу, как такая проносится нить через разные-разные жизни, через какие-то, то есть, через время. И вот этот человек, он чем-то занимается, он живет обычной жизнью человеческой, но он что-то ищет, к чему-то стремится, к такому, к чему не стремятся другие. И причем вот его волнует, почему вот какие-то задают вопросы, куда-то ездят, что-то вот, поиски, к чему-то стремится, в общем. И, то есть, и уже время доходит вот до сегодняшних дней, то есть тоже какой-то поиск, ну такой вот поиск духовный, то есть больше вот... Вот как бы вот такое вот было. У меня тоже еще одна помогала Ну вот как раз вот такое когда тема, такое соединение, когда сфера. Ну вот, в принципе, все. Вот, собственно, все. Спасибо. Вот как кино снимать-то нам. Сценарий писать. Спасибо. Каждый будет свое путешествие, они у каждого есть, эти маршруты просто. Если когда нужно, они открываются, проявляются, так сказать, эти знания, эти сведения, эти маршруты. Вот, ты почти что вот один к одному пересказала знаменитый роман Алехандро Ходоровского, ну, известный сюрреалист, режиссер «Святая кровь, Святая гора», «Эль Топо», его самый известный фильм. Она на русском языке тоже опубликована. «Альбина» и «Мужчины-псы» называется это. Книга. Там как раз вот этих жизнях женщины в виде суки, собаки реально, в виде проститутки, в виде женщины, в виде богини. То есть описана вся взаимосвязь, вся эволюция и этапы постижения своей сути. Такой очень такой латиноамериканской, вкусной, мифологическом языке, таком таком можно. Чувственно. Алехандро Ходоровский. Знаменитый режиссер «Альбина» и «Мужчины-псы». Роман на русском языке, он большим тиражом. Тамара, прежде всего увидела очень много черного, темнота, и много мужчин в черном, и я среди них. И, видимо, музыка напевная такая, как будто бы танцуем, все танцуют, какие-то костры и горы в горах. Так вот мне все это привиделось. Но потом почему-то они решили, что меня надо принести в жертву, и в общем со мной надо покончить. Для того, чтобы я выжила, я поняла, что я осознала, что мне надо превратиться в какую-то птицу и улететь. И только тогда, когда я увижу солнце в горах, тогда, значит, я спасусь. И вот это все мое, вся сессия, вот черные потом, это не люди уже, а птицы. Но музыка все равно, музыку я, наверное, слышу, она все время такая очень мелодичная и ритмичная. И вот у нас, значит, какая-то борьба все время, в конце концов. Горы изумительно мне кажутся красивыми, я их вижу. Но в конце концов я попала в луч солнца, и все кончилось хорошо. Нарисовать не смогла, пыталась. Виталий смотрел. У меня даже, я вышла, у меня немного голов, я первый раз, простите, головокружение и голова, рука пришлась рисовать. Все. Спасибо. Наташа, у вас такие цветастые рассказы прекрасные, вы что-то там все видели, я даже не мог. Я ничего не видела, мне просто какой-то черноте сплошной, и все. Какой-то жуткий. Ну да, в конце почему-то вот такая у меня Apple вот такой, видимо, меня зомбировал. Никому ни света, ничего, все очень черно. А что было из переживаний? Ну, телесных или двигательных? Да, очень энергетических. Но
Я никаких картинок совершенно нет. Картинки вообще не имеют никакого значения. Ну, то есть я не могу объяснить словами. Просто ужасно спазмировало все и сплошной спазм был. Вот это, ну, совершенно очевидно. Я даже что-то пыталась выразить, но, ну, какие-то такие схватательные были позывы, но то есть все это было похоже больше на какой-то сплошной спазм бесконечный. И черный, и черный. Это, наверное, я во второй матрице крепко так сижу, да? И не собираюсь оттуда. Все, спасибо. Начало обнаружения и вот такие переживания тоже выход. Алексей, я больше завидую Евгений и Тамаре, что они видели там какие-то горы, потому что я могу описать только физиологические ощущения, которые были, никаких как бы, видений не было. Вначале, когда началось как бы усиленное дыхание, с трех сторон пошли спазмы. Сюда, сюда и отсюда. И пошли спазмы, как бы, начало собирать. Вот, и постепенно как бы, я начал под эту музыку танцевать, танцующие человечки. Я начал под эту музыку танцевать, подстраиваясь под разные ритмы, дыша под разные ритмы. И постоянно часто приходил мысль в голову, что это такой танец лежа, во время которого надо следить за своим дыханием и определенно продышать. Потом впоследствии еще больше пришло ощущение, что просто надо делать то, что вот хочется телу. Там. Хочется телу подрыгать ногами, подрыгать, хочется там руками подрыгать. Это тоже вот этот танец. Да? Но в какой-то момент мне захотелось, например, порычать помолчи. То есть, захотелось выглядеть угрожающе в этом закрытом доме. Вот я порычал. Ну и еще одна такая история, которая приходила. Это вот это вот. Роза, это периодически как бы посещало желание заняться сексом с красивой. И это тоже, видимо, накладывает какой-то отпечаток на те движения, которые я делал лежа в этом танце. Но это все какая-то чистая физиология, я прямо вот я испытываю просто вообще такую. Почти не отправили в горы, вас сжигали там. Ну, не все чисто, потому что заняться сексом с красивой женщиной, это, возможно, любовь. Меня зовут Денис. Значит, как бы у меня тоже особо красивых картинок не возникало. Значит, сначала я видел все черное. Вот. У меня очень сильно были напряжены руки, тряслись, но когда я их подносил к лицу, они как бы не тряслись, но внутри они почему-то трясли. Вот. Очень сильно сжимались виски, как будто их, значит, тиски зажали. Вот. Потом, значит, через какой-то период времени мне, значит, предо мной появились, ну, как бы, скажем, такие диски. Ну, вот, разноцветные осколки, значит, стекла. Ну, как вот диски, когда ломаешь, они переливаются, типа того. Значит, и где-то вдалеке я был, как бы, я хотел до себя долететь, потом уснул. Но я уснул. Ну, в принципе, все. А, вот мы рисуем. Отображение того, что я видел. Меня зовут Светлана. Было все очень сумбурно, какие-то отрывки. Началось все с раскаленной сковороды, лавы. Потом на каноэ по этой лаве куда-то плыла. Закончилось тем, что я присутствовала на собственных похоронах. Причем я это видела не со стороны, а как бы лежала в гробу.
хотелось встать, мне не давали, я хотела сказать, что я жива. Меня, в принципе, слушать не хотели, только крышечкой прикрыли. Что там читал священник над могилой. Но при этом не было никакого страха. Я совершенно спокойно на все это смотрела, зная, что там все равно есть возможность спасения. Единственное, когда накрыли крышкой, стало неуютно, думаю, как же душа через крышку пролезть. Ну, потом ничего, нормально, душа полетела вверх, посмотрела на тело, тело не в этот момент червячки, потом остался просто скелетик. Но опять-таки не было никакой паники, было, наверное, облегчение. Потом душа с кем-то соединилась с другими душами, было светло, была птица, какой-то полет, и закончилось все очень сильными спазмами, то есть все тело спазмировало, и было ощущение, что... То есть непонятно было, откуда боль, потому что помимо спазма была дикая боль в руках, и такое ощущение, что это именно не физическая боль, хотя больно было физически, а по ощущениям, что это какая-то моральная, эмоциональная боль. Ну, вот на этом все и закончилось. Дмитрий, все проспал. После дня рука, единственное, что рука там еще была такая, не имела все больше ничего. Периодически, правда. Я знаю, что брат часто приставал, напоминал дыхание. Легко было, да? Продолжить дыхание. Да нет, почему? Я продолжал, а потом опять стал. Такие вещи бывают, либо если накоплена хроническая усталость, либо если не отдохнул серьезно перед сессией дыхания, то есть мало спал. И тогда организм берет свое. То есть сессии дыхания мы получаем не то, что мы думаем нам нужно, а то, что нам на самом деле нужно. Если потребность в отдыхе наибольшая, восстановление сил, тогда реализуется она. То есть человеку не нужно будет, если он вместо того, чтобы... Нет, его будет, чтобы он немножко поддышал, вошел в состояние, чтобы получить. Раза два-три можно будет, а потом не станет. Ну, желательно сегодня хорошо выспаться. Чтобы завтра со свежими силами, первый день иногда было еще страшно, да. Я имею в виду ночью выспаться. Спасибо. Маргарита. Вот в начале в сессии я как-то стала так активно дышать, хотелось бы быстрее поглубже войти в это состояние, но мне почему-то что-то мне мешало, что-то вот я только-только начинаю входить, опа, меня что-то останавливает, я чувствую, у меня сетер за плечико трясет, я понимаю, что я не дышу. Вот, и я снова вот несколько раз вот так пыталась дышать, поняла, что мне точно что-то мешает, и просто стала слушать музыку, дышать ритмично. Видений не было, сводила только запястья и что-то подергивала. А потом я либо не помню, либо я тоже сну. Вот. Не знаю. Ну, так все спокойно, прошу. Да. Сегодня у тебя видение спокойнее. Живет. Меня зовут Ольга. У меня сегодня такая необычная сессия была относительно предыдущих разов. Ну, первое ощущение, конечно, что с каждым разом все будет хуже, хуже и хуже. В смысле телесных ощущений. Если сначала я хотела сюда отдыхать, было, я тут выходила на подъеме, то казалось, наоборот, будет так набирать энергию выше, не знаю, чувство кайфа какое-то больше. Сейчас, наоборот, такая тяжелая телесная работа, причем очень странная, когда погружаешься в такую полудряму, да, наступает такое чувство, не знаю, приятного, комфорта, такая расслабленность. И тут мой ситер начинает меня потихонечку толкать, давай дыши. Ну ладно, опять начинаю дышать. И вот безумные какие-то промежутки времени между одним провалом и вторым, кажется, уже два часа прошло уже, чего ты меня трогаешь. Ну как-то очень долго, все очень тяжело. И нет ощущения, что ты погружен там
вот как-то отключение какое-то, ничего нет. Но просыпаешься с безумно интересными с ощущениями сжатости какими-то. Вот. Очень тяжело, не знаю. Если бы не Владимир и Слава, я бы, наверное, не согнулась сегодня. Спасибо вам. Как сейчас? А сейчас очень легко, хорошо, вот такое немножко ощущение, когда после тренажерного мышцы чуть-чуть так вот. Напряжение, вот сейчас такое же, все тело на коже. И почему-то катятся слезы, ничего не могу сделать. Они тупо катятся. Хотя не грусть. Ну, задел на завтра есть. Не знаю, на завтра. Спасибо большое. Спасибо. Давайте я говорю, что я. Я сегодня была первый раз, и для меня, когда я была ситером, самая главная задача была, как понять, что же испытывают люди. И я очень сильно боялась, что когда придет мое время, дышать, я очень сильно боялась, что мне ничего не получится. Ну, в общем-то, когда я уже начала проваливаться, я все время думала, ну когда же вот я начну ощущать вот, вот все, и вот краски, и все. Ну, в общем-то, наверное, вот действительно больше было все-таки чувств физических. То есть я понимала, что физически я вот очень сильно отдыхаю. То есть у меня сразу онемели руки, ноги. Я стала просто вот ощущать себя, что я стала легкой-легкой. Вот. Ну и, возможно, я, наверное, и спала. Потому что видений особых я не помню. Но вот какая-то усталость, то, что было накоплено там много-много времени, оно куда-то, в общем-то, ушло. И я очень благодарна, что я сюда пришла. Спасибо большое. Благодарю. Ощущение, какое-то очень похоже на Маргариту, то есть, видимо, не удалось преодолеть такой этот предел. То есть я пытался, ну, ощущение было, как будто я в какой-то темной комнате, я рвусь к окну, короче, свет, за ним шукнули, не знаю, как в район. И в тот момент я перестал дышать. Меня оттаскивал, ну, как с коньком, не знаю. Ну, как я удалялся и появился на мысли, что да, дыхание прекратилось. Сначала за мной так несколько раз, и, в принципе, так не удалось мне прорваться пока. Ну ничего. Да, все попытки Ситтера заставить его дышать реагировал отказом. Категорично. На самом деле, я так скажу, никогда не теряю головы, сегодня это против меня сработал. Как бы сознание не хотело этим меняться. Я так говорю. Потом еще жаловался, что я его редко дергаю. Раз 15, наверное. Да ты редко. Было чаще. А еще жаловался на дайверскую привычку. Это не привычка, это просто, когда снимаешь дайвинг, там предупреждают об опасности, кислородного опьянения. То есть в любом времени, когда ты находишься и бежишь кислородом за повышенным давлением, происходит ощупительное. В принципе, то же самое, да, то есть что происходит при гипервентиляции легких. Но для дайвера это очень опасно, ведь естественно, там, если ты начнешь там представлять себя с рыбками там, и вести как дельфин, скорее всего, ты уходишь. И уже даже конец будет. Это видно тоже, как ну да, ну, в смысле, дыхание тоже заныривание в глубину, да? Внутреннего космоса. Вдруг там утонешь. Ну, может быть, я останешься навсегда. Все ситуации были с этим, поэтому, в общем-то, я как пытался, как вот, ну, не удалось мне прорваться. То есть, пытался, бывает, ну, не знаю, течение сквозняк относит обратно. Проблема в том, что при интенсивном дыхании не происходит отравление кислородом. И перенасыщение организма кислородом тоже не происходит. Наоборот, парциальное давление кислорода в крови уменьшается по сравнению с обычным дыханием. Так работает дыхательный гомеостаз, так что не бойся утонуть. Я сослабляюсь. Это физиология дыхания, это исследование. Так что... Ну, растворяться в привычной границе, ну, потеряешь голову, зато обретешь Вселенную в этот момент. Возможность много голов там сразу смотреть с разных точек зрения. Интересный опыт. Стоит рискнуть разочек. Да. Меня зовут Дима. Ну, в принципе, я пятый раз уже дышу. Вот.
Ну, было нечто новое в этот раз. То есть, как всегда, вначале пошла вот эта телесная, то есть колбасила, пятила, крючила так хорошо. Вот. Там заглушечная дискотека сейчас. То есть так прокрутило мощно. Вот потом как-то все это успокоилось, и на какой-то момент, вот, на какое-то время вообще установилась некая такая внутренняя тишина. Я чувствовал, что сейчас вот, ну, могут быть некие, там, скажем, образы или что-то такое, вот, то есть, потому что было какое-то ментальное расслабление, но чего-то не хватало. Я начал там как-то обратный отсчет, там, от 500 до 1, вот как-то так вот. В какой-то момент это, видимо, куда-то вот выпало, и начались действительно некие вот образы. То есть, действительно пошел какой-то образный ряд. То есть сначала я себя представлял каким-то неким шаманом, который танцует некие шаманские танцы. Потом меня как-то так влопили в какую-то яму. И очень было похоже на гроб, то есть продолжая тему гробов. Как-то сверху стали чем-то так прижимать, то есть даже не как крышка, а неким каким-то прессом. Я вот прям на физическом уровне почувствовал, что меня в какую-то такую вот очень тонкую пластину этим всем сжало. А дальше тоже пошел некий, скажем, некий образ. То есть почему-то в какой-то момент я себя представил неким таким человеком, который так вот, как звезда, да, вот в стене прикован чем-то, и в какой-то момент, как будто эти оковы спали, я как-то так упал из этой стены вниз. Вот. Ну, там еще какие-то были образы, типа каких-то черепов, что-то такое. Кто-то меня за ноги тянул, какая-то рука кровавая. Вот. Потом как-то стало хорошо, я себя ощутил в каком-то таком вот сине-оранжевом пространстве. Что-то такое, какой-то комфорт, легкость, ощущение такое приятное. И под конец уже всего этого появилась некая такая сова, я вот ее тут изобразил так, задом сидящий. Вот, и она как-то так мне сказала, что все, пора, хватит, выходи. То есть, кстати, вот первый раз, когда я за 5 сессий, первый раз сегодня я почувствовал какой-то момент, что вот, да все, мне пора выйти, то есть действительно. Потому что да, раньше как-то у меня не было этого момента, мне наоборот дальше еще хотелось. Всем спасибо. Меня зовут Маша. Я тоже прикоснулась, даже не знаю, как сказать, телесные всякие вещи. Из совсем такого интересного у меня было, не знаю, какая-то все знакомлюсь со своей какой-то энергией, то есть энергией какой-то сущности. То есть, например, когда у меня болело сердце, вот, и я вот как-то как оттуда выходила много какого, я даже не знаю, как это описать, но что-то состояние, да, и вот потом мне захотелось петь там или кричать, да. Вот, и я потом лежала когда на полу, да, спиной, вот, и я кричала, но голос был как будто не мой, и вообще это было вот как будто такая разделенность была, то есть была моя какая-то сущность, да, вот такая прям желто-оранжевая такая прям мое пространство, да, и вот что-то другое, с которым я постоянно взаимодействую. Вот, и, ну, то есть, ну, это не картинки, это просто ощущения, то есть, можно то же самое наблюдать, когда там спишь, и так просыпаешься, и вот это ощущение такого, как бы, растворенного тела, вот, физического, вот, и, вот у меня бывают периодически вот эти ощущения, так что, ну, когда просыпаешься, не совсем пришел в себя, вот, и тоже вот, вот это было, и вот, то есть и вот эта вот сущность, да, которая есть, и что-то сверху, ну, как бы не сверху, вот, как бы что-то еще как-то вот проявляется, более, я не знаю, вот. А потом я, наверное, я даже не знаю, нельзя сказать, что заснула, но были какие-то непонятные
ну, как сон, только более четко, ну, какие-то вот из набора каких-то картинок, из того, что я вот в повседневной жизни вижу, они как-то складывались, так сами по себе, люди какие-то, которые встречали, я даже не запомнила. Ну, то есть вот какой-то такой набор, ну, тоже вот как ощущение, как от сна, вот. Ну, вот такой более особенный. Вот. Потом я так собиралась, долго собиралась, все надо было возвращаться же. Как-то мне было лень, я всегда так лень собираться. Во всех смыслах. И если я рисовала, это как раз что-то такое, как из моего сейчас состоит моя энергия. То есть это какая-то желтое пространство, субстанция. О, субстанция, это более самое правильное слово. Субстанция вот такая, она какая-то прям плотная, она разжиженная, как жидкий какой-нибудь поролон такой. Ну, не знаю, то есть, в общем, нет этого описания. Такая детская игрушка. Пластилин? Нет, не лизу. Жидкий пластилин, он состоит из какой-то фигни такой, придаешь ему форму. Вот тоже похоже, что такое, только она более другая. Такое переживание. Спасибо. Валера. Ну, у меня визуальное ощущение только одно было. Вот, где-то посередине. Были именно телесные. Сначала меня начало трясти, вот, как бы пресс, то есть верхняя часть тела, вот это, пресс, руки, вот, и я вспомнил, что вы говорили, что когда, как бы, ты не можешь прорваться через вот то, что тебя трясет, и таким образом закрывается дыхание, как бы, плохо дышится. Нужно двигаться. И я просто стал как бы рандом. То есть рандом двигаю просто руками для того, чтобы выплеснуть энергию. Вот. И как бы когда я понял, что нужно это делать не рандомно, а по определенному принципу, тогда у меня была как бы как будто бы выход из какого-то кризиса, такая белая вспышка, вспыхнула белым и сразу же погасла. И после этого как бы я уже начал двигаться. Как будто бы по каким-то энергиям. Вот, то есть я как будто почувствовал, что, ну, это, там, есть такое, что в цигуне, что, ну, все движения должны быть от дыхания, от дантяна. Также я здесь почувствовал, что как бы я дышу, у меня какая-то энергия, и все движения должны подчиняться этой энергии, и я как бы делаю импульс. Все оставшееся время я как бы плавно двигал там руками, ногами, вот, под эту энергию. Ну, мне очень понравилось, так как я ничего не видел, я просто нарисовал картинку, что типа, вот мне радостно. После этого, то есть я очень обрадовался, и как бы я счастлив. И разные люди, да, кто-то вот печалится и начинает, вот, я ничего не вижу, там ничего не получилось. А кто говорит, я ничего не видел, но так здорово все было, да? Да, спасибо. Евгений, я не знаю, Жень, ты поддыхивала, нет? Нет. Вот, мне кажется, ты заразила меня энергией своей. И нам надо было друг друга не поддыхивать, а наоборот, тише, да, успокаивать. Проколбасило хорошо, ощущение такое... В теле релакс, в уме спокойствие, знакомое ощущение, я знаю, что предстоит впереди наполнение, будет такой энергией, инсайтами. Ожидал, что эго мое создаст лень мне и не даст возможности прорваться вот, и подышать нормально. Ну вот, наверное, Евгения меня заразила и дышалось на самом деле легко, но больше включилась физика, нежели... какие-то там полеты куда-то там, в
бессознательное, да, тех ощущений, которые были в первой, там, второй сессии, их не было уже. Много лет назад. Ну да, это 2000 год. Этих ощущений уже не было. Поймал две таких хороших, я не знаю, как там, мысли, что ли. Первое, это что все возможно. И у меня это смехом таким прямо ха-ха-ха, вот оно открытие, да, все возможно. Здорово так, я поварился в этой энергии. Вторая вещь, которая пришла, я сегодня утром попросил ангелов-хранителей, чтобы вот во время этой сессии я вместил мое физическое тело как можно больше сущности моего высшего Я, настолько, насколько это возможно. И вот, похоже, отзыв, отклик этой просьбы был. Было ощущение, что и такой визуальный ряд небольшой, что я иду по берегу песчаному, там, океана или моря непонятно, и рядом со мной вот эта вот огромная моя душа, или там высшая Я. И вот ощущение такое, что после долгой-долгой разлуки наконец-то вот встретились, вот обнялись, и прям я зарыдал от счастья. Ну вот, где же ты был? Да. Больше я тебя не отношу. Ну вот две позитивные такие вещи. А так в целом все позитивно. Все здорово. Ну, визуально было очень необыкновенно красиво, то, что вы вытворяли под музыку. Я подумала, что вы какой-то профессионал и имеете к этому какое-то отношение. Это да. Танцевальное. Еще не знаю, это да. Все возможно. Я сказала примерно то же. У вас очень незаурядная физическая подготовка. Может, это все так выглядит? Удивительно, в таком точном ритме. Потому что танец, он сам по себе основан абсолютно на ритме, на каком-то движении. Меня сразу это очень удивило. Я подумала, что вот вас надо прям отдельно снять. Вы же, ну, не в сознанке все это делаете. И это просто клип какой-то отдельный. Нет, у меня был момент в жизни, вот... Я ходил не только на холотропы, а на всякие динамические медитации, где как раз вот шаманские там тряски, танцы и все прочее. И вот удивительно, что во время таких вот мероприятий, занятий таких групповых, у меня ничего толком не сработало. А сработало один раз в ночном клубе, я был абсолютно трезвый, появилось желание потанцевать. И вот впервые в жизни запустилось тело, когда тело само танцует, а ты не мешаешь ему. И просто наблюдаешь со стороны, вот удивительное ощущение. И вроде как со временем это начало укрепляться, что ли. То есть вот контроль тела убираешь, вернее, не мешаешь телу, и оно начинает двигаться. Ну, очень интересно. И при этом энергии физической ты не тратишь. То есть это не гиря там, что пять раз ты и все. Да? А тут, когда не мешаешь, можно и тысячу раз это же самое с этой же гирей сделать. Ну, прикольно, да, согласен. Очень современный, необычный танец. Нижний брейк. Да. Ну, женщины заценили. Вот завтра-то я постараюсь. Я знаю, что я сегодня просил. Спасибо. Наталья. Но у меня, к сожалению, получилось не путешествие, а борьба, я бы сказала, потому что... Ну, в общем, я изобразила то, что я увидела, но куда меня все-таки не пустили. То есть я увидела этот свет, он забрезжил. Было такое ощущение, что мое тело меня туда не пускает, потому что мне было тяжело дышать. Появились блоки, ну, на что я пожаловалась. То ли от глубокого дыхания блоки появились, то ли наоборот было какое-то там... какая-то взаимосвязь, но, не знаю, стоило мне только как-то начинать отрываться от тела, как оно себе напоминало. То есть я запрокидываю руки, у меня начинается блок здесь, я опускаю руки, у меня начинается блок в лопатках, потом проходит это, и мне начинают мешать ноги. Вот так я куда-то отрывалась, тело меня возвращало назад.
В общем и целом ощущения позитивные. Я не чувствовала себя усталой, мне было только обидно за то, что я так и не попала в ту красоту, которую я увидела. Это и было содержание путешествия. Преодоление себя, которое, правда, ничем пока не увенчалось. Меня зовут Владислав. Это мой первый опыт видений, вообще никаких, все просто на эмоциональном уровне было у меня. Вот самое яркое мое ощущение, что я как бы прижат к земле, и в меня поступает что-то, и из меня что-то вытягивается. Но при этом я не потерялся в реале, я чувствовал под руками плед, под головой подушку. Все тело было такое, как бы вот, ну, приятное, ну, не спазмы, да, а как бы приятно, что ли, стон, или, ну, как, я даже не могу, как бы выразить. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть такое приятное, и все. И, конечно, очень сильный взрыв эмоций был, что, не знаю почему, просто слезы град. Первый раз. И второй раз он открыл глаза, увидел Светлану, и опять слезы. И потом я помню все. Останавливайте меня. Вот и все. Конечно, ощущения неповторимые. Я надеюсь, что я пробьюсь дальше в этом деле. Все. Я больше хочу сравнить с первым разом, то есть сейчас мне уже 5-3. То есть вот в первый раз у меня как-то больше сковало тело, и было очень много картинок вообще от начала, скажем, до конца. Ну, не таких эмоциональных, а каких-то приятных. Ну, помню, да, какие-то обезьянки, пустыня, что-то такое было. А в этот раз было, наоборот, такое расслабление, то есть я вообще не чувствовала тела, было ощущение, что такое ощущение свободы, вот, было такое приятное ощущение, я думаю, наоборот, у меня, кстати, вот в качестве ситера у меня были, наоборот, подъем каких-то эмоций, то есть и слезы подкатывали, наблюдая, да, вот за процессом, как переживают люди, то есть у меня вот больше эмоций было в этот момент, а вот когда дышала, ничего такого не было, я думаю, все, там буду дышать, сейчас разревусь, раскричусь, как раз там все и выйдет. Нет, наоборот, были приятные ощущения. Вот. А видений не было вот, в течение всего процесса. А вот в конце, когда уже пошла такая расслабляющая музыка, то здесь такие как бы начали всплывать как картинки, да, я рисовала там, цветов лотоса. Причем почему-то вот, в качестве картинки змея вот, такая не агрессивная, такая небольшая. Вот, павлин, вот эти переходы музыки. Это прям натурался, расцвело. Потом какие-то планеты летают, знаете, вот что-то такое космическое. Ну и все. Проснулась от крика, когда приводили девушку в состояние. То есть как-то так резко вышло состояние, но ощущение приятное. Ну все, спасибо. Меня зовут Павел. Тоже видений не было. На рисунке меня ничто не вдохновило. Сделал над собой несколько наблюдений. Ну, конечно, общее позитивное восприятие всего. Некоторые вещи, которые однозначно мешают, ну, наверное, может даже как бы и в качестве консультации неплохо бы спросить. То есть сюда шел с таким чувством о том, что ну, насморк, наверное, возможно, будет мешать. Да. Первая мысль была: блин, капельки-то дома забыл, и сейчас уже поздно, может быть, спросил у кого-нибудь, но уже поздняк. Ну ладно, попробуем дышать, как дышится, ртом. Нет, ртом не пробирает. Ладно, носом. Дышим носом, одна ноздря не дышит, вторая дышит. Так, что мы наблюдаем? Дисбаланс. То есть получается, так, ну, одна ноздря работает, идет то есть возбуждение какой-то одной части и некоторое негармоничное. Вот, но в конце концов вроде бы дыхание так немножко нормализовалось.
Наблюдение над физикой. Тело начинает воспринимать музыку, пропускает ее через себя и просто тихонечко ее так отпустит, как лодочку, чтобы она по течению поплыла, как маленькая бумажная лодочка, и она плывет себе дальше там, как хочет. И, смотря тело, восприняв музыку, она тоже там ведет себе, как хочет, не мешаешь ему. И еще одно наблюдение о том, все-таки, когда вот немножечко отпускает вот это состояние вибрации и хочешь его достичь опять снова, понимаешь о том, что сразу с первого дыхания это не получится, а с какого? С третьего, с десятого, с двадцатого начинаешь считать. 50, 100, 150, и вот для себя воспринял, что где-то примерно между 150 и 200 дыханием вот эта вот вибрация, она начинает захватывать. Ну, это, наверное, как для меня отлично, конечно, по каждому, наверное, будет свое, потом, наверное, может, 10 уже, опа, понеслось. А для себя сделал вот такое вот наблюдение о том, что расслабился, просто не ожидая, а считаю, ну, посмотрим, ну, как и будет. Ну, где-то в районе 200-го вдоха-выдоха вибрация заходит, и приятное некое ощущение, опять же, просто отдаться вибрации и получить ну, некоторое движение энергии через себя. Это не то движение энергии, которое, конечно, тратит физику сильно, но, наверное, там тысячу или миллион раз бы я сделать это не смог, потому что все-таки затраты энергетические достаточно большие. Майка мокрая, некоторая, собственно, ну, чувствуется усталость. Усталость и приятная усталость. Вот. Очень позитивно такое наблюдение на цели. Спасибо. Меня зовут Ирина. Первый такой опыт. Вот. Вообще-то я ожидала то, что я попаду в какое-то очень красочное сновидение, только я ожидала то, что эмоции будут очень сильные. То есть в снах там, я обычно летаю, общаюсь там, с людьми, там, знакомлюсь с кем-то, но очень ярко, как будто я в фильме в каком-то участвую. Вот. И я думала, что вот этот опыт холотропного дыхания ну, поможет мне опять попасть в какой-то очень интересный, захватывающий сон, эмоции будут очень усилены, вот. Но ничего подобного не произошло. Вот. Но у меня перед глазами почему-то появлялся вот такой вот шарик, он мне постоянно как-то непонятно светился, как-то вибрировал вот так вот постоянно. И когда он у меня появлялся перед глазами, мое тело начинало очень сильно вибрировать, особенно руки и вот в этих местах ноги. То есть я прям чувствовала как будто какую-то очень сильную вибрацию. Вот. И потом у меня даже руки начали трястись, мне вот помогали как-то вот снять вот это вот какое-то непонятное напряжение. Вот. И когда это уже прошло, я почему-то решила попробовать, наоборот, задерживать дыхание. Вот. И во время вот этих как бы задержек у меня начинали всплывать вот, вот эти вот четкие образы, как, ну, как сна. То есть, когда я задерживала дыхание, ну, где-то на какое-то определенное время, я видела глаза ну, людей, животных, то есть, каких-то существ непонятных. Вот. И После задержки дыхания я потом опять начинала очень сильно дышать. Вибрация опять очень усиливалась, особенно руки, вот эти вот места. Вот. И потом пришло какое-то расслабление, и я даже не заметила, как я заснула. То есть так просто вырубилась. Так. Вот. И когда встала, даже не поняла, где я нахожусь, вообще что происходит. Так, было некоторое мгновение такое, но оно прошло, и так приятное какое-то ощущение осталось. Ну, вот, аппетитом? С аппетитом, да. Сначала, после того, как у меня была эта очень сильная вибрация, мне захотелось очень сильно есть. И я стала вот
Да не мать. Я есть хочу. Ну уж хотя бы хоть раз это уже нормально. Да, потерпи. Вот, ну потом это прошло. Нормально все стало. То есть я уже знала потерпеть, но зато потом покушала с удовольствием. Спасибо. Виталий, мне тоже, когда я дошел до обеда, я понял, мне хочется есть суши, которые я заказал. Я все время с интересом начинаю каждую сессию дыхания. Мне интересно, что же я такого нового увижу, потому что каждый раз всегда что-то неожиданное, вплоть до того, что просто не получилось один раз. И мы все вместе посмеялись. Володя сказал, наконец-то ты обломался. И я, будучи готов и к такому, начал дышать. Сначала были телесные ощущения, я думал, ну, наверное, вот это сегодня мой удел, телесные ощущения, ну, хорошо. Зато я чувствовал, видел, как мои внутренние органы все, они как будто на барабане таком подскакивают, как будто барабан, палочками бьют по барабану, они все подскакивают, и все такие здоровые, такие розовенькие, все. И я радовался этому, прям они прыгают такие, и я радуюсь, думаю, как хорошо, я еще сильнее дышу, они сильнее прыгают, ну, здорово. Потом какой-то такой перерыв случился, и я... Началась такая странная музыка, когда только лишь вот эти вот мужские голоса что-то поют. И я всегда думал, что, наверное, это так... Никогда у меня никаких эмоций это не возникало. Думаю, и в этот раз, сейчас я подожду, это закончится, дальше я что-нибудь там надышу. Нет, прям вот возникло мне две каких-то мужских головы, которые это поют, потом они превратились в такой треугольник из огромного количества камней, этот треугольник начал разрастаться, эти камни все превратились в лица, какие-то все такие мужские, какие-то, даже не знаю, какая-то такая национальность, какие-то темные такие были, все с открытыми ртами, что-то с открытыми глазами, пели, кричали, и как-то они нависали надо мной. Да. И, собственно, все. Потом какой-то такой был прекрасный образ отражения от солнечного окна, которое такое отражение, оно так бегало вверх-вниз. И все. И я вышел. Так что в этот раз все у меня было хорошо, позитивно, без боли. Все, спасибо. Меня зовут Борис, вот моя картинка. Большой разница, наверное. Мы понимаем. Ну, начну, наверное, с конца. Почему как-то мне обычно я, когда рисую картинки, есть некое желание их нарисовать. В этот раз у меня совершенно не хотелось рисовать, ну вот я себя выдумал. Некую сферу, вот, а так по процессу, что я могу сказать, то есть как бы уже я, наверное, так дышу уже не первый раз, ожидания какие-то я уже оставил в прошлом, потому что как бы там, ну, ожидать что-то, что ожидаешь, что и получится, вот, но доволен тем, что в течение всей сессии достаточно долго удавалось поддерживать хороший ритм дыхания, глубину, вот, было перетекание различных таких образов одного в другой, то есть все началось с того, что я представил вот эту вот дверь в театре, то есть на коридор с дверями, и что нужно было войти за одну из дверей с той целью, чтобы там что-то за этой дверью увидеть, то, что тебе нужно. Вот, и как раз, когда я зашел, то есть я буквально приступил за порог двери, тут начались в зале страшные крики, вопли, стали люди топать ногами, вот, и, то есть для меня как бы в таких стесненных обстоятельствах я как бы не привык дышать, потому что в Нижнем Новгороде там зал большой, и практически школьный, спортивный, то есть там от одного человека до другого там метра три где-то, а здесь прямо вот так плечом к плечу лежишь,
что я реально ощущал, как на матрас ездит, то есть на какой-то там, на, чуть ли не ногой меня подпинули. Вот. И у меня прям было такое страшное ощущение, что как бы ты входишь в эту дверь, что вот там какие-то уже доносятся там какие-то голоса из нее, людей, музыку. И у меня было таким болевым шагом, то есть мне там несколько минут там потребовалось на то, чтобы собраться с мыслями и войти туда. Вот. Ну, туда я вошел, потом один образ стал сменять другой, там какой-то вокзал был, все куда-то с этого вокзала разъезжались, ну, я ждал свой поезд, потом какого-то особого смысла я в этом образе не увидел, но где-то в середину даже пустил слезу, чему был, в общем-то, достаточно сильно удивлен. Нет, почему? Это очень хорошо, я считаю. Вот, и как-то вот неделю две назад мы ездили кататься на горных лыжах, жарили шашлык, вдруг там, прибился какой-то мужичок с вопросом одолжить то ли мангал, то ли шампура, потому что они приехали сами на шашлык, а у них не оказалось снаряги необходимые. Я ему говорю, ну, посчитал, у меня шампуров много было, я ему дал три шампура, говорю, на. Тот прям такой, тебе что-то нужно там, я говорю, ты что, сочтемся? Бог даст. И он ушел. Вот, и почему-то вот у меня вот этот основной образ в середине, я как-то вот представил эту ситуацию с его стороны. Возвращался. 6 грамм. Ну, я шутил, что для этого мужика это был такой как бы шок, что вот ему там дали там из 3 шампура, которые не стоят 30 рублей каждый. Что как так вот люди взяли и дали ему. Вот, и у меня было такое ощущение, что наверняка он шампура запомнит на всю жизнь, короче. Вот. Почему-то поэтому вот именно по такой ситуации я пустил слезу. Я подозреваю, что, наверное, это как-то имеет некую проекцию на какую-то, наверное, помощь людям или наоборот, помощь. Вот, там как бы. Мужик, может быть, впервые в жизни взрослый встретился с такой добротой, там, да? Щедростью с его точки зрения. Ну да, да. Шампуры шашлыком были. Уже большой шмон был. А тут раз будет подать. Нет, шампуры были, ну да, шашлыком это значимо, что понятно. Шашлыка свет мало. А тут просто железки. Причем не самые как бы там. А он подошел спросить именно шампуры? Да, он подошел, да, как бы. Мужику просто вернули веру в любви. Да, да. Не понимаете, что это? Ну, почему-то вот этот у меня вопрос возник, я не знаю почему. Ну вот и все, потом дальше перешли в релаксацию. Чуть не так, что мне стало очень жарко, я там стал стаскивать одеяло, меня ситро еще больше не накутали. Четко ощущал, что у меня одеяло без края, аж с двух сторон. Вот, говорю, ну ладно, не буду выбираться, потому что я себе четко представил, как я выбираюсь из тела, не обратно. Ну ладно, пускай он будет так. Что-то дойдет куда-то. Ну вот, собственно, что выбилось. Ну, наверное, пожалуй, все, состояние хорошее. Вот, ну, тоже как бы это привлекает мое внимание, потому что не каждая сессия фотопного дыхания там заканчивается там на позитиве, на хорошем состоянии. То есть у меня было ряд сессий, когда до дома еле там доходил и там ночами не спал потом. Ну, сейчас состояние хорошее, думаю, что оно продолжится, посмотрим, что будет завтра. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Георгий. Я хочу вначале поблагодарить Владимира и Кристину за ту предоставленную возможность, которая здесь существует. Спасибо вам, что вы даете людям пережить трансперсональный опыт. Это очень хорошо. В настоящее время это очень важно. Я хочу поблагодарить также и Оксану, которая очень деликатно сопровождала мои путешествия и напоминала изредка о том, что надо дышать, потому что в этих путешествиях были видения, и я забывал о дыхании. А она тихо дышала, и иногда я слышал,
и включался в это дыхание. Спасибо, Владимир, спасибо, Оксане. Спасибо всем. Что касается видения, ну, я имею некоторый опыт трансперсональной экстериоризации, поэтому выход из тела произошел достаточно быстро, без проблем. Я почувствовал, что я отлетаю от земли, я вижу землю, удаляюсь от нее, значит. И вдруг передо мной возникает вот такой очень красивый цветок, бело-розовый в окружении радуги. Ну, классно рисовать, нечто подобное. Вот, краска, конечно. Затычка, это понятно. Он был такой красивым и иризирующим, излучающим свет. Нет, он очень заинтересовал. И мне прямо как-то захотелось поближе к нему подойти. Я подошел к нему поближе и погрузился в этот цветок. И вдруг я ощутил, что это как бы мои крылья. Ну, не в том смысле, как птичьи крылья, а как будто бы некое НЛО. То есть и это разумное существо, он, с которым и ждет моих своего приказания. И мы полетели. И мы полетели вокруг Земли, значит, буквально, значит, над экватором, потом повыше, над Северным полюсом. И когда мы быстрее, летели быстрее, когда медленнее. Я говорю, вот я посмотрю вот эти айсберги сейчас. Буквально приближение к этим айсбергам, я смотрю на них. Потом полетели мы дальше, потом, когда я уже почувствовал, что достаточно мне полета, я говорю, надо где-то приземлиться. И слышу в это время мелодию ксилофона из бамбука. Я стал вспоминать, где это. А я, кажется, был на Бали, и там, когда мы посещали детишками этот парк национальный, там постоянно звучала эта мелодия из этих вот... Это бамбукового ксилофона собрал удивительную атмосферу, и от этого все эти переживания, от этого парка получили совершенно иное измерение. Вот, и когда я вспомнил об этом, тут же вот этот вот цветок НЛО, как я буду называть, начал побежать мне к этому острову, и я стал лететь над этим городом, каким-то из этих, значит, ну там на острове. И стал удивляться тому, что у них улицы – это сплошной выставочный зал. Там скульптуры, резьба, живопись, бог знает что. То есть у нас выставочный зал – это некое отдельное помещение. А у них улицы городов, весь выставочный зал. Там и бижутерия, там и одежда, там и скульптура, там и живопись, там и резьба. Все есть. И вот и летишь по этому городу, и с обеих сторон буквально произведения искусства всюду стоят. Я восхитился, сказал, какие же они молодцы. Они всю свою энергию вкладывают в вот это произведение. У них нет пустого времяпровождения. Они сами бедные, в общем-то, достаток небольшой. Но вся энергия входит вот в эти произведения. Как это здорово, сказал я. Как только я восхитился, появляется Сарасвати. Это, кажется, почитаемая богиня у них. И она в качестве, не знаю, поощрения, наверное, заулыбалась и стала кружать как танцы. Мы стали с ней танцевать. Такой веселый танец был, удивительный. В общем, переживание радости было, повышенное, я бы так сказал, высокое. Короче, я вот, не знаю, как я себя вел внешне, это Оксана скажет. Вот, но было очень радостно, короче. Ну, и прошло некоторое время, эта богиня, улыбаясь, растаял. Мне стало грустно. И, наверное, эта грусть погружает меня в какое-то пространство сильно грязное. Мне трудно сказать. В общем, там я ощутил какую-то вселенскую тоску. Слезы полились. А в то время этот цветок берет меня и вынимает оттуда. И поднимает к солнцу чистое небо, чистейший воздух, прекрасное солнце.
вся эта тоска растаяла, как и не было. И этот цветок предлагает мне стать им и почувствовать, что это такое. Я становлюсь этим цветком и начинаю дышать вместе с ним. Он расширяется, 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 расширяется. Я испытываю необыкновенное блаженство после этой грусти. Картина постепенно тает, и я прихожу в себя. Много слава. Сегодня у меня был очень хороший опыт борьбы с ожимами. Сын Владимир двигался, активно двигался. Потом провалился. Выходить из этого состояния не хотелось. Вышел абсолютно релакс. Очень хорошо. Просто отлично. Спасибо. Спасибо. И? У вас еще. Еще раз здравствуйте. Я Сергей. Я вот только сейчас понял значение вот этого жеста, я руку на сердце положил. Потому что то, что я видел, и если это начать рассказывать людям, такое ощущение, что, ну, у меня было ощущение, что как бы, рисуешься. И хотелось, как бы, ну, по слову скромности, будь скромным, скромнее, общие слова скажи, и, ну, достаточно. А когда понял, что вот руку надо на сердце положить, и, наверное, ну, какие-то части, может быть, поделиться. Поэтому вот я Сергей, у меня это не много количество сессий было перед этим. Предыдущая сессия, то есть предыдущие сессии были примерно ровные, то есть когда дышал, что-то прочувствовал, ушел. Вот. После последней сессии у меня, я взял за практику пранаяму и медитацию. Причем медитация настолько в кайф пошла, что я понял, вот уже, не знаю, неделю-две назад, как я уже понимаю, что я регулярно возвращаюсь в то состояние, про которое вы сейчас рассказываете. То есть для меня это получилась нормальная практика и ежеутренняя. И когда я сюда пришел, я вообще никак не связывал. То есть одно с другим. Будет потом, не будет. Ну, просто пришел и все. Мало того, у меня на начало сессии было неожиданно, когда я планировал быть ситером. Ну, так, получилось, что поменялись местами, когда уже началось. Вот. Поэтому, опять, загадывать тоже было сложно что-то. И вот спасибо, что прозвучала эта фраза о том, что бессмысленно загадывать заранее, потому что то, что мне приходило вот в этой сессии, оно было ответом на мои предыдущие вопросы, которые я вот прямо озвучивал, которые меня беспокоили, и бах, ко мне приходит именно это. И, ну, когда я сидел здесь, я размышлял, может быть, это все все-таки происки ума, и я там сам себе там какие-то сказки нарисовал, причем довольно красочные. Вот. Но когда все так соотнесло, ну, если уж не загадывать бессмысленно, значит, наверное, может быть, это и не только просто ума. Вот. Знаете, вот мне, например, в сессии пришли ответы на мои вопросы. Вопросы касаемо добра и зла. То есть вот какие-то глобальные вещи, которые нас окружают. И вот то, что сегодня упоминалось, это последняя матрица, когда добро и зло просто соединяются. Только я, причем пришел через интересный... Все, наверное, смотрели «Финист, ясный сокол», русский фильм, то есть демоны там, детьми росли. Вот, когда вход в подземелье, где висел Кощей Бессмертный, он был еще и под водой, там надо было люк открывать, который под водой. Я в это время ощущал всхлипывание матери, которая вот любит ребенка. И в это время наложил эти ощущения на этого вот Кощея Бессмертного, который вот заточен. И что самое интересное, для меня Кощей Бессмертный вышел не в качестве зла перманентного, которое вот людей
людей, души, которые вот у него цель, вот, и все изничтожит. А это такой элемент баланса. То есть, ну, кому-то нужно что-то напомнить, чтобы другие начали. Вот есть этот элемент. Это не перманентное, это часть сущего. И самое интересное, что когда я вот это вот начал рассматривать, мне после этого почему-то увиделся тот глаз Саурона, который был во «Властелине колец». И там уже как бы не все так плохо. Причем сам этот глаз, то есть это не было выражение там какого-то такого страшного. Вот. И не хочу сказать, что вот там что-то персонально кого-то, да, вглубь не вдавался. Но самое интересное, что при том, что я понимал, что я, какие вопросы я задаю, что меня интересует, какие ответы я получаю, я при этом ощущал людей, которые окружают меня. Ощущал прямо вот как чувствовал, да, вот люди есть, они сейчас переживают это. И мне стало интересно, я прямо взял, вот, взглядом прошелся по нашему этому залу. Вот. Как вас зовут? Борис? Нет. Виталий. Виталий прям вообще четко ощущал. То есть, когда у меня начиналась активность, причем не по звукам, а прямо по внутреннему состоянию. Вот. Он дальше так как-то проходил, девушка вот в красном, у нее там какие-то почему-то узоры на стекле, вот от мороза такие вот витиеватые. Угадай с первых раз. То есть, не хочу сказать, что я в личную это вторгался, но вот ощущение от каждого вот, присутствующего, оно прям четко ощущалось. Что это? Зачем? Ну, то есть здесь уже угадайство раз называется. Я думал, что, может быть, не стоит все это озвучивать, потому что какое-то такое, может быть, сумбурное. Ну, раз уж кладем руку на сердце, ну, я взял и озвучил. Вот. И мандалу я нарисовал такого вот рода. И даже готов пояснить. То есть, вот черное здесь представлено, оно не столько как бы грязь или плохое, а это глубина, которая ну, неизмеримость. То есть тот первый стол, который еще или уже ничего не содержит. Угу. Вот. А собственно, вот здесь то, что происходящее, это вот, знаете, этот танец, то, что мы называем добро-зло, там, да, то есть, вот оно, чтобы там. Я еще задал вопрос, по-моему, что. Типа, а зачем вот этот вот тусняк, да, вот между вот этими вот двумя направлениями? А чтобы процесс был. Ну, а если процесс как бы... Ну, вот хочешь, выходишь отсюда, здесь тоже. Причем зона переходимая. Хочешь зону спокойствия, полной безмятежности, уходи. Хочешь вернуться в жизнь, где происходят вот эти вот события, она тоже приступает. То есть как-то вот все расставилось на места, все стало, причем на уровне как-то так принятия, скажем так. И вот на этом все. Ну и еще вот я не удержался, прям тех, кто вот явно прям вот коснулся, как увидел, я прям тоже не удержался, там пару мандал нарисовал. Вот, ну, там, лично там кому-то отдам. Спасибо. А вот по поводу этого глубины, да, которую я показывал на своей мандале, Алекс Грей, когда приезжал в прошлом году в Россию, рассказал историю своей фамилии, которая не родная фамилия, а псевдоним, но она уже, так сказать, его опознавательный знак. Алекс Элисон Грей, там, да, вот визионерская живопись Алиса Грея. Он говорит, представь себе инь-янь. Кружочек. Черное и белое. И вот, говорит, когда это начнет вращаться быстро, получится серое. Вот отсюда я взял свою фамилию. Грей. Серый. Алекс Серый. Что означает единство противоположностей. Серый. Серега Серый, да? Кто еще не говорил? Хочется добавить. Да, вот по поводу инь-янь, да. Есть большая ошибка, что считай, что это добро и зло, белое и черное.
На самом деле это мужское и женское начало. Зла там нет вообще. И в этой связи не белый и черный, это, собственно, издержки графики. Там красное и синее. Это первое. И второе, что вот насчет прощения, ну, это чисто механический подход, потому что когда весь спектр заставит прощать всю радугу, то тоже будет серый. Поэтому в данном случае и тот вариант правильный, если черный и белый вращать, если всю радугу вращать. Да, радужное единство тоже. Да, все, оно смешивается, все цвета смешиваются, получается серый цвет. А если вращать в другую сторону, из серого будет радуга. Поэтому я бы хотел внести эту маленькую поправочку, что инь-янь – это не добро и зло. Это другие. Вот люди обычно путают, значит, ну, говорят так, противоположности есть, да, значит, тепло, холодно, да, далеко, близко, высоко, низко и так далее, и так далее. Да. Масса категорий набирается. И сюда впитает добро и зло. Я говорю, отделите. Это великая трансцендентная полярность. Да, добро, значит, зло за пределами этой биполярности. То есть, если мы говорим тепло-холодно, значит, далеко-близко, значит, и так далее, значит, рассвета. Ну, масса категорий, которые, в том числе и мужское и женское, да, то сюда вплетать добро и зло нельзя. Потому что тут же возникает вопрос, если мужское и женское и добро и зло, то кто из них добро, кто из них зло, да? И говорят, мужчина добро, женщина зло. Спросите у женщин. Нельзя эти вещи. Поэтому я прошу внести в свое сознание эту поправочку и жить дальше в другим пониманием. Спасибо. Спасибо. Кто еще хотел дополнить что-то? Ну, у меня еще такое интересное ощущение. С каждой сессии начинаются какие-то другие ощущения дыхания. Ты как бы дышишь нелегким, а ты другими частями тела. Вот сегодня почему-то через стопы, я не знаю. Через что сейчас? Через стопы. Вот, ну, в принципе, вот прошло две недели с прошлой сессии, вот ощущение не покидает, что вдыхаешь что-то из земли, выдыхаешь землю. Я не знаю, что это такое. Причем, заметила, если практикуешь пранаяму два раза в день, то это ощущение усиливается. Так вот, денечек пропустишь, и как-то все так. Спасибо. Кто хотел еще? Есть сила на микропранаяму, большую мы не успеем. Так, хотите? Да.